где мой кристалл? Где мой кристалл? Где я его потерял? Где я его потерял? Не знаю, где же он может быть? Ребята, всем привет! Сегодня мы вам расскажем про кого? Про земляного робота. Какой отличный земляной робот. А где его оружие? Вот пушка. Одно оружие вижу, вот у нас, да? Пушка есть. Так, подожди, а это какой монстр у нас? Подземный, да? Да. Или какой, земляной? Это земляной. Так, а где же его кристалл? У него же должен быть кристалл, с помощью которого он землю прорывает, да? Ну да. Где мой кристалл? Где мой кристалл? Где я его потерял? Где я его потерял? Не знаю, где же он может быть? Где Таха? Пойду у Таха спрошу. Таха, иди сюда. Что, друг? Иди сюда. Привет, Таха, привет, давай за ручку поздороваемся. Привет. Привет, Таха. Смотри, не только не отруби руку нечаянно своим огромным мечом. Ладно, привет. Привет. Ты не видел мой кристалл, куда он подевался? Я его не видел. Бери вот этот кристалл. Вот этот кристалл? Ну, пойду возьму. Ух, какой тяжелый. Вот я иду, тащу его. Вот кристалл какой. Как он называется? Фиолетовый кристальчик, да? Угу. Вот смотри, так, какой у меня кристалл огромный, да? Вот я могу вращать его на руке. Да? Хочешь, я тебе лезвие заточу? Давай, оно у тебя затупилось немножко, давай. Только осторожно, не потуши мне огонь. Хорошо, давай вторую лезвие. Все отлично. А где твои кинжалы? О, давай, ты не поможешь его хотеть? Одень, пожалуйста, мне мои кинжалы. Ладно. Так. Так, и давай неси какую-нибудь книжку, мы сейчас будем стрелять пулями. У нас же сейчас эта пушка есть еще фиолетовая, она маленькими фиолетовыми кристаллами стреляет. Так, ну что, мы поставили стену, давайте стрелять. Здесь. Смотрите. У него как эта пушка называется? Она кристаллами стреляет? Давай. Да. Давай сейчас попробуем полностью быстро стрелять, давай. Да. Все. О, у меня же отдача, я отлетел. Так, давай-ка на пульки ставим. Когда ты скажешь мам. Давай. Огонь! Да пли! На старт. На старт. Внимание, Маш. Кто же отбил отдачу его, да? По пучку красно попал. Давай, одевай еще. Сейчас мы медленно будем стрелять. Давай. Нормально, давай собирай. Это у нас страж земли. Значит, он, ну что у нас? Основной цвет у него черный, да? Земляной. Значит, стихия у него земля. Предпочитаемая окружающая среда — это подземные пещеры. Для того, чтобы там передвигаться, вот у него есть специальные кристаллы, с помощью которых он роет землю, да? Значит, смотрите, у него основное оружие. Какое у него основное оружие? Это кристалл. Для того, чтобы прочищать себе проходы подземные. И еще у него есть что? Специальный кинжал. Правильно? И основные черты у него какие? Мудрость, сонливость и страх высоты. Вот. И еще он хорошо видит ночью, как крот. И он может вызывать землетрясение. Вот такой вот у нас страж. Ну что, ребят, вам понравилось наше видео? Да. Понравилось? Давайте, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а мы пошли сверлить очередную пещеру. Работы вперед! Подпишись на канал! Подпишись на канал! Лайк поставь! Подпишись! Ну-ка быстро подпишись!